Удастся ли белорусам стать обладателем Кубка ИКВ второго по значимости трофея волейбольного клубного турнира? Интрига разрешится сегодня. Вечером в Турции минчанка проведет ответный матч против Эджза Джибаши. После домашнего поражения 1-3 белорусские могут уступить максимум в одной партии. Если им удастся победить со счетом 3-1, будет назначен золотой сет. Лишь Виктория 3-0 позволит белорусскому клубу обойтись без дополнительной партии. Матч сезона можно увидеть в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5», начало 18:55.